Выборг, душа моя. В галерее имени Собровина представлена персональная выставка работ известного белгородского фотохудожника Владимира Щекалова. Она посвящена красивому русскому северному городу. На открытии побывал наш корреспондент Виктор Апальков. Эти кадры сняты в Выборге много лет назад сыном Владимира Леонидовича Сергеем Щекаловым. А песня записывалась на кухне родного дома мастера, где прошло беззаботное детство. Русский город со шведскими корнями родной для фотохудожника. Выборг он отразил в своих работах, в каждую из которых вложил душу, частичку себя, которая навсегда останется в этом замечательном, по словам героя вечера, городе. Я бывал в разных городах. Жил и в Норильске, в Находке, в Владивостоке. Но для меня Выборг – это, ну, как бы, или ностальгия уже. Я не знаю, что это. Но для меня душа там, частица моей души в Выборге всегда. Вот они, любимые места Владимира Леонидовича. Маленькие улочки, бегая по которым, была стоптана не одна пара обуви. Замок на острове Финского залива, домики из дерева и камня. И, конечно, парк Монрепо, который по праву считается одним из самых красивых в нашей стране. На открытии выставки друзья и соратники. Фотографы, которые понимают, какой сложный жанр пейзаж и как удачно мастер отразил в своих работах все, что хотел. Красота природы, авторская обработка, все дает зрителю возможность увидеть интересные виды в некоторых даже необычных обработках. Так можно взять отпуск и в Выборг махнуть? Это было бы неплохо. Есть ли желание такое? Ну, в Питере бывает периодически что-то снимаю, вот до Выборга не доехал. Поэтому он, Владимир Щекалов, каждый год ездит в Выборг и за собой, в принципе, звал. Поэтому, может быть, и поедем вместе. Всего на выставке представлено 40 работ, сделанных в последние два десятка лет. Насладиться видами Выборга в работах Владимира Щекалова можно до 6 февраля. Виктор Апальков, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.